Всем привет! Продолжаю свое обучение ПДР. Вот нашлась свободная минутка и решил попробовать. Значит, взял капот старый. Сейчас я сделаю в нем ямку. Естественно, ямку буду делать так, чтобы мне было легче подойти. Ямка будет небольшая, начнем с малого. Вот, есть ямка небольшая. Прикупил себе вот такого инструмента. Значит, вот такой инструмент я чуть-чуть подкупил. Он, конечно, не полный, но для начала его хватит, я думаю, чтобы обучаться. Итак, сделал вот такую ямку. Вот, как это лучше. Вот. Сейчас буду пробовать ее выровнять. Ну что, приступлю к работе. Делаю это в первый раз. Никакого понятия не имею, какой железякой здесь чего делать. Но так как здесь подход не короткий, то есть надо взять покороче что-то, я так понимаю. Попробую сначала вот этим инструментом. Купил себе такую лампу, она, конечно, не оригинал, но я думаю, хватит. Самое трудное здесь — это попасть в центр. Это ямки. Я, конечно, не рассчитываю, что тут у меня сразу все будет идеально. Сейчас для меня главное понять принцип, как это все делать. Я так понимаю, терпения здесь надо будет очень много. Ну вот, уже надел пару шишек не в том месте. Да и ямку я сделал, как-то не очень подход есть. Ну, естественно, надо будет разобраться, какой инструмент, каким, точнее, инструментом лучше все это делать. Вообще такой инструмент очень хорошо, даже если я не научусь идеальному мастерству, то даже под покраску очень удобно с ним работать.
Да, что-то не очень у меня получается покамить. Как бы саму ямку выдавил, но пока добрался до нее, надел кучу шишек рядом. Хорошо. Попробую ее посадить. Да, вот здесь вот тут, пока добрался до этой ямки, надел. Хорошо. С карандашком тоже надо аккуратненько. Чуть посильнее ударил и получилась ямка. В общем-то, конечно, никто не рассчитывал на легкое обучение. Надо что-то придумать, сделать, но это потом. В общем-то, с карандашом надо аккуратненько. Короче, надо руку набить. Шишечки посадил. Садил, наделал еще ямок. В итоге из одной ямки получилось несколько ямочек, но они очень маленькие. Ну что, попробую какой-то другой инструмент. Вот такой есть. Короче, во всем этом процессе самое главное правильно надавить. Я думаю, что вот это будет сложнее всего научиться. Не очень, возьму другой похожий, только вот такой. Вот этот, с этим получше подход. Конечно, я еще тут сопляк в этом деле. Но думаю, годика пол потренироваться, докупить еще правильного инструмента, и все будет окей. Получается у меня не очень, скажу я вам.
большому счету такая ямка не должна у профессионала занимать больше 10 минут. Итак, я помучился еще минут 10. Так понимаю, растянул весь металл, все, что можно тут растянуть. То есть, можно сказать, под покраску все получилось нормально. Машинка, грунт, краска. И тут все ровненько. Для ПДР это хреново. Ну, первый раз в первый класс, как говорится. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Потренируюсь и сниму следующее видео. Ну, а пока все. Пока. Сейчас вам покажу, что получилось. А получилось хреново. Даже не знаю, как тут его снять. Есть вот мелкие ямочки.